Здесь мог бы лежать счастливый мопс, но ему не купили Daily Dog. Еще и со скидкой 20% по промокоду Wolf на сайте korm.ru. Подробности в описании. Куда собралась? А? Куда собралась? А, бочонок? А? Куда собралась? Ай, палец! Свет, ну ты что не подходишь? Ты на свет только подойдешь. Больно? Ай-яй-яй. Споймала за палец, споймала. Дай лап, дай лап, шлап. Ты же умеешь делать лап. Дай лап. Нет, дай лап. Дай лап. Нет, дай лап. Дай лап. Дай лап. Ах ты гадюка такая. Ах ты гадюка такая. Лицо целишься, да? Лицо хочешь укусить? Лицо хочешь укусить? Так, давай. Оба! Все заломало. Свет. Доброе утро, дорогие друзья. Посмотрите, кто у нас охотится на меня. Смотрите, что он задумал. Смотрите. Окей. Вольный. Арушка. Идите сюда. Красавица. У нас уже вырисовывается такая красота. Сергей, сегодня у нас последний день. Надеюсь, сейчас чем-нибудь помогу за сегодня. И закроем все это дело. Наш курятник. Ну, закроем это грубо сказано. Хотя бы одну часть. Часть у нас будет вот эта. С этой стороны курочки. Вчера Монечка гавкает. Не пойму, что она так гавкает. Вышел, думал, крысы. Смотрю, в тепловизор нет крыс. Смотрю, на меня прям гавкает. И я вот сюда поворачиваюсь. И здесь заяц скакал. Бегал, прыгал, носился. Вот она на зайца разрывалась. Именно одна Монечка. Сергей, какая красота! Вы больше всех кур любите, да? Смотрите, вот у нас будут здесь они к Новому году нестись. Ну да.
Хотя я слышал, можно за 300-400 рублей несушек купить, и они уже нестись будут. Хотя бы две штучки, да? Чтобы молодежи яйца давать. Да что им давать, у них цыплята вот сейчас. Не знаю, наверное, так пойдет. Их надо на ступеньки. Вот эти? Угу. В смысле, почему? Добрый день, дорогие друзья. Давно не было нас видно, так как отлучался по делам, а теперь немножко приболели. Работы много. В общем, не успеваю снимать ничего. Смотрите, у нас как уже курочки наши повырастали. Выходят отсюда, пасутся. Посмотрите, бегут сюда. Они на цыпа-цыпа так отзываются. Смотрите, им творожка давал. Водичка, все есть у вас. Цыплята, вы что? Красота какая. Так, я не пойму, кстати, почему. Так, сейчас мы вам добавим водички. Водичечки. Теперь добавим вам вот эта штука, почему она не ходит вниз. Почему она не уходит? В общем, пасутся сами по себе. Там у нас Моника, Синай, Вега, одна сейчас сидит, Лорда обратно пересадил, Тайга. И посмотрите, кто у нас здесь. Посмотрите сюда все. Кто это? Что это за бурый медведь здесь с малышами, а? Скажите мне. Акела, ты как сюда попал? Я уже на Arctic Park рассказал, как я сюда попал. Но могу повториться. Смотрите, ой-ой-ой. Первая встреча Чернички и Акелы была в этом вольере. А, в общем, они встретились, он сразу ей отрыгнул. Сразу показал, я папка хороший, на тебе еды. Светлый, Черничка и Акела. Фурия у нас там. Там, в буферной зоне. Здесь она там натворит делов, как Акела это сделал. Работы идут с прудом. Надеюсь, все получится за сегодня. Все сделают ребята. Сейчас я вам скажу, покажу. В спокойной обстановке. Конечно, ямы такие. Посмотрите, ужас. Норы прям, лабиринты. Фурочка. В общем, сетку не трогали. Сетку попытались здесь копать. Вон, видите, выгнули, кстати. Но они ее до конца не смогут все равно выгнуть. Ее надо, кстати, песком это все засыпать. Вот она пробует, кстати, выбраться. Кстати, этого не было. Вот, отсюда Акела и выбрался. Вот прутки, они, оказываются не приваренные. Вот эти части. И все, Акела подкопал хорошо вниз полметра. И выгнул. Пролез. Такой здоровяк и пролез. Сейчас закидал он бревна, камни, чтобы Фурия не выскочила. Фурия, ты чё? Вроде бы нигде больше ничего не копают. Потерпи, Фурия. В общем, такие дела. И здесь Акела выбегает. Здесь у нас рабочий. Он на эту бетономешалку и наверх. А второй бежал туда, ко мне, в дом. Я эту всю картину увидел, благо панорамные окна. И вовремя среагировал на это все. Ну, слава богу, все хорошо. Акела только тапок отжал и не хотел заходить никуда. Вот такая красота. У нас уже идет ливень, как час. И вся наша работа с прудом закончена. Сейчас уже сезон дождей начался. Надеюсь, что сейчас он прекратится и ребята доделают пруд. А Синай ругается, все ругаются на цыплят. Что-то кучкуются там. Смотрите, какое приспособление сделал. Сейчас одну курицу туда засунул. Вот светильник. Эй, ты что делаешь?
Сумасшедшая, ты что творишь? Так, ё-моё. Что творится здесь? В этом я бы сказал бы где. Ё-моё, давай, эй, клушка. Ты что сюда залезла? В общем, Акела злой. Вы что, на лампу идти не хотите или что? Чуть не пойму. Да иди сюда, да. Хорош. Ё-моё. Не хотят туда в будку заходить. Может, запахи эти собачьи или еще что? Пока не пускаю, потому что там вообще не застывшее ничего. Там вырвут все с пакетами совсем в пруду. Скорее всего, может, эту ночь будут здесь ночевать. Акела тут, Фурия там. Хорош. Ну идите туда. Боится одна. Всех практически переложил туда вручную. А вот эту вот троицу черненькую и вот эту петушка беленького. Джокер уже третий раз выходит. Научился. Единственный петушок. Вообще курочка, которая вот так выходит туда-сюда. Эти все там остались. Этот уже... третий раз выходит, типа, ну что ты меня еще раз будешь туда класть? В общем, такие дела. Этих споймать не могу, они вот руку поднимаю, руку просовываю, они на вытянутую руку отошли туда посередине, и все, их не достать. Отошли от меня, ну что-то сейчас придумаю. Может, их Джокер туда всех позовет, не знаю. И что-то бушует там. Акела, ты что там бушуешь? Серьезный парень. В вольере вообще кажется таким гигантским. Просто огромным. Что он сейчас делает, так и не понял. Выскочить хочет. Тайга, Вегас, Синай. Ты их греть вышел, да? Сейчас туда пойдете все. Кела наяривает круги у нас, да? Кела, давно здесь ты не был, да, скажи? Еще норовится меня хватануть. Схватить меня. Черничка боится выходить. Из-за этого монстра. Плохо видно, конечно. Не хочет подходить. Норовится укусить. Да, Акела? Скажи, я не хочу здесь сидеть. Выпусти меня. Какой ты здоровый. Красавец.